Приветствую вас, уважаемые друзья и зрители моего канала. Сегодня хочу поделиться с вами своим фирменным рецептом рождественского шашлыка. Летом я его немножко делаю по-другому, использую из приправ всего лишь один черный перец и базилик. И добавляю много лука. А рождественский шашлык у нас заключается в том, что как бы хочется окунуться немного в лето, и мы добавим побольше всяких приправ. Для этого нам понадобится 7,5 килограмм мяса, 3 килограмма именно крупного большого лука, пол лимона и всевозможные приправы. В баночке у нас базилик, черный перец, и будем использовать также паприку и смеси разных трав. Мясо нарезаем крупными кусками. 2 крупных лука нарезаем очень-очень мелко. Остальной лук нарезаем полукольцами. И лимон будем просто выдавливать в мясо, в маринад. Сначала засыпаем мелко нарубленный лук. Теперь засыпаем крупный лук. Его предварительно немножко разминаем руками, чтобы он пустил сок. И выдавливаем пол лимона. Добавляем пряных трав. Трав добавляем побольше. Можно даже насыпать. Смесь перца. Молотый зира. Мясо любит зиру. Можно добавить побольше. И добавим красной паприки. Конечно же, добавляем соль. Соль добавляем по вкусу. И хорошо все перемешиваем. Лук давим руками и постепенно вмешиваем в мясо. После того, как мы хорошо все перемешаем, мясо будем мариновать сутки. Ну и за сутки раз 6-7 я его буду еще перемешивать. Так вот. Давим лук, мясо хорошо замешиваем. Главное, чтобы лук пустил много сока. Прошли сутки, ровно сутки. Видите, мясо отлично замариновалось.
приятный запах и аромат. Лук поменял цвет, отдал свой сок. И, друзья, теперь можно готовить. Данное мясо можно готовить на мангале, на углях. А если у вас нету мангала, то вы можете это мясо запечь и в духовке, положить фольгу, завернуть, и получится очень вкусно. А также его даже вкусно просто пожарить на сковороде. А мы это мясо приготовим на мангале. На этом, друзья, буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. Оставайтесь на канале и обязательно попробуйте мой рецепт по мариновке мяса. Потихоньку наш ночной рождественский шашлычок подрумянивается. Пошел такой ароматный вкусный запах. И мы все с нетерпением ждем шашлычка.